lockdown. Сука, get down. Туловис ответил, человек пимпал. Мама, don't cry, кого там ебал. Пару пинки, мило, мы на PayPal. Что погодь, заяц? Тебе не смущает, что я тут видео снимаю? О, прости, пожалуйста, какое видео? Ну, вообще-то я хотел обзор на петуха снять. А, обзор на петуха? Да запросто. Представляю вам, петух обыкновенный, черно-оранжевый, с красным хохолком, может чуть-чуть взлететь. Заяц, я не про этого петуха. А, ты не про этого петуха? Представляю вам, петух обыкновенный. Всем привет, дорогие друзья! Совсем недавно у нас вышел новый сезон, а это значит, что разработчики подготовили для нас море нового контента и завезли снова две пушки. Одну из них мы рассмотрим в сегодняшнем видео. Называется данная пукалка SPR-4. В простонародье ее зовут намного проще. Петушара. Сегодня я покажу вам сборочку, дам пару советов, как с ним играть и много всего интересного. Поэтому присаживайтесь поудобнее. И приятного вам просмотра. Хочу я начать сегодня с того, как же получить петуха себе на аккаунт. Ничего сложного в этом нет. Переходим в события, и там будут задания, которые вы должны выполнить. Советую выполнять эти задания на карте Shipment в режиме каждый сам за себя. Что касается самих заданий, ничего сложного в них нету, но стоит пояснить некоторые из них. Получить 10 раз медаль Берсерка. Вы заходите на Shipment, делаете 3 убийства, убиваете себе гранаты и снова делаете 3 убийства. Итак, 10 раз. По поводу вот этого задания, я его выполнял на Руси. Переходите в комплекты, выбираете Рус, нажимаете на лампочку и выбираете третий комплект. Дальше просто запускаетесь на Shipment или на любую карту и делаете 30 киллов. Все эти задания я выполнял, ну, плюс-минус час. Если не хотите их выполнять, просто подождите рулетку с мифическим P90. Братишка, не подумай, что я прервал свой рассказ из-за рекламы, но... Сегодня я хочу посоветовать тебе канал Бобруха. У него на канале ты сможешь встретить постановки знаменитых фильмов и сериалов. Я думаю, все вы смотрели уже «Игру в кальмара», и я уверен, что ты точно знаешь про человека, который не может устоять перед словом «семья». Так вот, на своем канале Бобруха воссоздал это в реалиях Call of Duty Mobile. Также у него проходят ежедневные стримы, на которых он играет со своими подписчиками и организовывает кастомки. Помимо всего этого, у него на канале присутствуют великолепные сборки на оружие. Данный момент у этого джентльмена проходит конкурс на боевые пропуска и высококачественные триггеры. Беги скорее в описание и переходи по ссылке на его канал. Теперь переходим к полигону и рассмотрим, как наш P90 будет дамажить противников. На расстоянии 5-10 метров мы имеем 32 единицы урона в голову, 28 в грудь и тело, 24 в руки и в ноги. Это очень достойные показатели. Если урон в тело и в грудь не особо выделяется среди ппшек, но все равно высокий, то урон в голову, руки и ноги меня очень порадовал. 32 хуже, чем Финёк, но лучше, чем тот же Рус. Поэтому этот результат, учитывая урон, который наносит петух, можно считать большим успехом. Теперь переместимся на поля сражений и поговорим о том, как же использовать P90 и какую сборку я все-таки сделал. Как обычно, начинаем с того, что же я взял в пару с петухом. А вот тут я склонил свой выбор к Арктике с усиленными патронами, так как петух очень хорошо чувствует себя на средней дистанции. Петух я использовал для упора и для средней дистанции Арктику, чтобы отстреливать противникам на более далеком расстоянии. Вообще, если даже вы дадите какой-то спрей противнику на среднем расстоянии и не убьете его, вы всегда можете достать Арктику и добить его одним патроном. Но если он будет хорошо задамажен. Заяц, ты, может быть, уже скинешь свой трэп-прикид? Ой. Теперь поговорим о самом петухе. Как он себя чувствует в бою и как вообще выглядит геймплей с ним. Петух — это ппшка, поэтому было бы нелогично, если бы он плохо стрелял от бедра. Не скажу, что это лучшая пушка по стрельбе от бедра, но одна из. Учитывая то, что сделали сейчас МХ-9. Бех. Ну вот чем меня удивил P90. Это прицельная стрельба. Я думал, никто и никогда из ПП не сравнится с Русом по стрельбе в прицеле и никогда не сможет приблизиться к Русу в плане универсальности. Но то, что я ощутил, поиграв с P90, это просто как будто совместили Финёк с чуть-чуть урезанной скорострельностью и Рус просто с невероятной дальностью. Я действительно удивился, но петух чувствует себя идеально на средней дистанции, учитывая еще то, что у него не так сильно падает урон и очень легко контролится отдача. Я вообще на среднюю дистанцию зажимал как будто с какого-то 117. Также у него имеется очень большой стандартный магазин. В стоке у петуха сразу идет 50 патронов. Модулями этот показатель никак не бафнуть, но это можно исправить перками в самом бою. Об этом позже. Что касается геймплея с P90, он просто шикарен. С ним вы будете себя комфортно чувствовать как в упоре, так и на средней дистанции. Вы можете спокойно пушить противника и не задумываться о том, что у вас закончится патрон, потому что у него просто невероятно быстрая перезарядка. Попозже он покажет вам, как ее еще сильнее бафнуть. Знаете, за Activision прослеживается такой грешок, что они не умеют балансировать оружие. Они постоянно выпускают либо меты, либо фулл кал.
В этот раз, как и в 90% случаев, у них получилось мета. Причем это касается что королевской битвы, то есть сетевой игры. Он мне не разрешал этого делать, и возможно теперь я останусь без морковки, но ловите еще сборочку и для Си. Если забрал сборку, в комментах пиши SPS Blaster. По 90 открывает просто море возможностей для разного стиля игры. Как и с любой ППшкой, с ним нужно играть в очень активный геймплей. Используйте все те фишки, которыми я вас всегда учу. Давайте теперь перейдем к тому, какие же модули я поставил и почему. И поговорим еще чуть-чуть о перках. Первым модулем я решил установить пламегаситель, который дает нам прирост к стрельбе от бедра, плюс еще упрощает нам отдачу. Не стал ставить монолитку, потестил ее в полигоне, она вроде бы ничего такого не дает, да и плюс 10% всего к дальности не так важны, как все те бафы, которые дает нам пламегаситель. Вообще, в последнее время стал реже использовать монолитку для ПП, по-моему, только на финке осталось. Так как по 90 очень хорошо чувствую себя и на средней дистанции, втыкаем в нашу сборочку метки стрелок ОВЦ. Дает просто максимальный профит для прицельной стрельбы, плюс прибавляет нам аж 25% дистанции. Следом к нам в сборочку залетает устойчивый приклад RTC, также чуть-чуть бафует нам стрельбу в прицеливании и упрощает отдачу. Этот модуль я ставил пятым и выбирал между прикладом и прорезиненным покрытием. Все-таки больше склонился к прикладу, как по мне, дает чуть-чуть больше бафов, но вы можете сами тут выбрать. Дальше обязательно ставим лазер. Как вообще без него можно обходиться, когда речь касается сборок для пистолета-пулемета? Лазер, мне кажется, есть абсолютно во всех сборках. Вообще у нас сборка получилась такая гибридная. Мы апнули и ближнюю дистанцию, и средней дистанции что-то дали. И перед тем, как мы перейдем к пятому перку, я снова предлагаю вам чуть-чуть погадать, какой же перк я поставил для петуха. Давайте вы сейчас в комментариях напишите свои предположения, а я пока что посчитаю 10 секунд. Хотя нет, это сделает Бастер. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4... 3, 2, 1. Сначала я поставил яростную стрельбу от бедра, но сыграв одну игру, я понял, что не особо это что-то дает ему. Я подумал, что же у нашего петуха является очень сильным показателем, который можно еще больше улучшить. И я пришел к выводу, что это перезарядка. Да, именно перезарядка является очень сильной стороной по 90. У него очень быстрая перезарядка, и поэтому мы ставим ловкость рук для того, чтобы получить максимальный профит от нашей сборочки. По поводу перков в бою я советую ставить увеличенный магазин. Он увеличивает нам боезапас, плюс ставя его, вы будете перезаряжаться еще быстрее. Также ставим кучность стрельбы от бедра обязательно. И насчет третьего перка я снова даю вам выбор. Я советую ставить либо дальность, либо кучность стрельбы в прицеливании. Я уже много раз говорил, какой петух крутой в прицеле, так что думаю, даже комментировать не стоит. Просто оставляю за вами выбор, поставьте то, что вам больше нравится. Давайте потихоньку подводить итоги. SBR 4 после своего выхода является самой универсальной ППшкой на данный момент. Он однозначно переплюнул РУС и в каких-то моментах, возможно, даже Финёк. Для Си я вообще считаю его метой, и он очень быстро там взбревает. Я думаю, сезон 2 у нас есть, чтобы наиграться с петухом, так что не пожалейте часа своего времени и заберите петушка. Вы точно не пожалеете. Но это не точно. На этом я с вами буду прощаться. Прожимай лайк этому видео, подписывайся на канал, если ты тут впервые, и не забывай оставлять комментарии. Всем пока. Пока.